В эфире «Беларусь-1. День спорта». Три медали, одно серебро и две бронзы. И девятое место в общекомандном зачете. С таким результатом сборная Беларуси по легкой атлетике вернулась с чемпионата Европы в помещениях. Откровенно порадовал молодой прыгун в высоту Павел Целиверстов. Спортсмен приехал в Сербию в ранге одного из фаворитов сезона. И при этом оказался самым молодым участником финала. Еще одну бронзовую награду принесла нашей сборной Юлия Леонтьюк. Особое внимание серебру в беге на 60 метров с барьерами Алины Талай. После Олимпиады в Рио наша бегунья была полна решимости и вовсе завершить карьеру. Однако, начав работу с новым наставником, приняла решение остаться в большом спорте. После перехода к новому тренеру я даже не ожидала, что получится достаточно успешное выступление, поэтому серебряная медаль. Конечно, хотела бы защитить титул, но серебряная медаль, в принципе, я ей довольна. Это первая моя награда на таком престижном соревновании, где я представлял нашу страну. Я счастлив, что я завоевал бронзу. Да, рассчитывал на большее, но это касается результата, но с третьим местом я тоже доволен. Конечно, лидеры – это важно. Нас волнует тот резерв, который, ну, действительно будет, ну, скажем так, надежным тылом нашим олимпийцам, которые уже сегодня заявили о себе. Отмечу, главный старт сезона для легкоатлетов – это летний чемпионат мира. Он пройдет в начале августа на Олимпийском стадионе в Лондоне.